ITN Distribution. Кинокомпания Пекина. Хайнань. Компания «Единая культура». Давай. Нашли. Есть. Линчуань. 60 миллионов лет назад. Меловой период. Живое ископаемое. Ты молодец. Спасибо. Наши поиски увенчались успехом. Бесценная находка. Профессор Джун. Доктор Гао, поздравляю. С ума сойти. Отлично! Профессор! Профессор! Профессор Джун! Профессор! Профессор Джун! Дайте яйцо! Назад! Отойди! Отдайте! Не надо его злить! Профессор Джун мертв! Его смерть не будет напрасной! Неправда! Он жив! Отойди от меня! У меня еще много работы! Пусти! Пусти! Нет! Не надо! Отдайте! Мы работали много лет. Ты хочешь все разрушить? Да? Морской змей. Страна в Юго-Восточной Азии. Не теряй время. В чем дело? Говори прямо. Я хотел узнать о твоих успехах. Здесь сильные электромагнитные возмущения. Даже спутник не поможет. Я был там 10 раз. Мы ведем поиски. Я уже много раз это слышал. Я найду этот остров. И тогда все окупится. Да. Буду держать тебя в курсе. Пустые слова. Я работал все эти годы, как проклятый. Я искал деньги, все оплачивал. Никакого результата. Если ты разочарован, можем прекратить сотрудничество. Только ты пожалеешь.
Сейчас речь не об этом. Мне нужны объяснения. Какие именно? А? Я нашел яйцо. Ты можешь выручить в 100, в 1000 раз больше. И я выбрался оттуда. Пойми, теперь только я могу тебе помочь. Видишь? Смотри. Я знаю правила. Я не должен это видеть. Не должен слушать. Я... Не бейте! Не бейте! Я все скажу! Я знаю, где она сейчас! Не бейте, не надо! Не бейте! Ловите! Стой! Не уйдешь! Стой! Стой! Остановись! Все равно поймаем! Стой! За ним! Вперед! Стой! Остановись! Стой! Стой! Попался! Бей его! Отстань! Отвали! Бейте его! Держите! Стой! Обувайтесь и за ним! Не дайте ему уйти! Он уходит! Уходит! Быстрее! Вот он! Скорее! Вот он! Прыгай! Стой! Уходит! Вы меня убьете? Да? Давай! Убей меня! Денег все равно нет! Сколько он должен? 100 000! Давайте заберем лодку! Я заплачу! Отпустите его! Сто 150! Идет! 200 000! Эй! За ним! Стой! Стой! За ним! Идем! Стой! Давай, давай! Я не умею плавать! Где он? Я не вижу. Вот он, глядите. За ним! Стой!
Давай на борт. Стой! Пока, дурачки! Давай, давай. Спасибо. Спасибо? И все? А что мне сделать? Привет, я Джун Мин, журналистка. Моя подруга. Я скажу. Чэнь. Лотос. А? Похоже? А? Похоже на лотос. Нет. Эрик! Что? Похоже! Да! Исчезни! Ладно. Что с ним? Он очень любил свою бывшую подругу. Мужчины плохо умеют флиртовать с женщинами. Неужели я должна быть похожа на твою бывшую девушку? Нет, но я похож на твоего бывшего парня. Что сделать? Это ведь ваш снимок, верно? Нам туда. Зачем? Фильм снимаем. Опять ты! Ты можешь получить много денег, улучшить жизнь. Не хочу. Болван. Сколько? Босс, они уходят? Пускай. Следи за ними. Закурим? Готовься. Ладно. Что ж, пора. Я обязательно их найду. Зачем вам на остров? Там опасно. Я хочу написать книгу об острове. Таинственный остров. Он так и остался тайной. Это девственная земля. Что ж, тогда знаете. Только мой брат может найти этот остров. На снимке все очень красиво. Настоящий рай на земле. Мне все равно. Зря потратите деньги. Моя лошадка еще не готова. Мин, дождись маму с папой, и мы сделаем целый зверинец. Ладно. Ладно, тогда я подожду их. Папа! Мама! Папа! Мама! Папа! Что? Давление падает! Все по местам! Спасательный жилет! Мы в опасности, да? Да. Толстяк! Завяжите жилеты! Собираемся на дикий остров. Держитесь! Внимание! Поворот!
Толстяк! 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 Джун! Джун! Как ты? Лотос! 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 Помогите! Там призрак! Лотос! Все хорошо? Череп. Краб-отшельник. Где мы? Дикий остров. Это его вы ищете. Корабля больше нет. Но мы доберемся. А как мы потом вернемся? Ты не думал? Вот такая у нас жизнь. Все плохо. И будет хуже. Не хочется мне идти. Ладно, идем. В чем дело? Все хорошо. Идем. Что за шум? Голос? Нет, это просто звук. Это не звук. Идем. Эй, похоже на плач. Туда. Джун Мин, подожди. Спокойно. Вперед. Осторожно. Подожди. Тише. Ладно. Спаси меня! Спокойно! Тихо! Что делать? Это трясина! Не дергайся, засосет! Стойте там! Делай что-нибудь! Я не хочу утонуть! Сейчас! Спокойно! Что? Что ты делаешь, Чень? Перестань! Слышишь? Чень! Больше меня не спасай! Даже если я буду подыхать! Пошел ты! Отвали, Чень! Вытрись! Отвали от меня! Ну и спасение, черт побери! Я подумал... Не подходи! Передай ему. Я... Не лезь ко мне!
Пойми, я не писал... Вообще забудь это слово. Ладно, уже забыл. Дело в том, что призраки плачут, а трава боится воды. Воды, Чень? Ну, это была вода. Я тебя убью! Я боялся опоздать! И опоздал! Погоди, все равно поймаю! Эй! Ты меня очень обидел! Никогда об этом не говори! Я этого не хочу! Наконец-то я вымоюсь! Вот это нормальная вода! Отлично! Толстяк, ты что делаешь? Эй, пей! Не хочу. Солнце печет, мы волнуемся. Попей. Не хочу. И все. А ножки вымыть? Пошел ты! Ненавижу. Что ты задумала? Ничего. Это ты что-то задумал? Я волнуюсь. Вот, выпей. Сначала дамы. Что еще? Я туда не писал? Что это? Это... ну, вроде как скорлупа. Яичная. Стой! Джун! Осторожно! Ты ищешь это? Спасибо. Памятная вещь, да? Пойдем. Толстяк! Лотос! Толстяк! Лотос! Чень! Мы здесь! Ты пришел, Чень! Ты видел мое послание? Не мог подождать? Босс Шен ни при чем. Люди полны энтузиазма.
Позвольте. Профессор Лин Чуань. Бери больше. Давай, Джунмин. Поедим, а потом... Барбекю. Отлично. Меньше перца. Вот, ешьте. Возьмите. Держи. Прошу. Выпьем. Выпей. Проверь там. Значит, вы исследователи. Молодые и настырные. Да, наш катер затонул. И если бы не босс Шен, нам бы кранты. Этот остров опасен. Нам надо держаться вместе. Когда я закончу, приглашаю на мой корабль. Мне непонятна цель ваших исследований. Это секретная информация. Да. Не обижайтесь. У нас еще много работы. Спокойно. Не надо, поговорим позже. Садись. Ладно, сейчас надо хорошенько поесть. Да, прежде всего надо подкрепиться. Давайте. Милее. Ешьте. Вы ехали на остров. Что вы там думали обнаружить? Как вы узнали? Кто вам сказал? Он и она, да. Они сказали. Верно. Но, босс Шен, вы не волнуйтесь. Остров дикий. Меня там чуть трава не убила. Вот. И мы видели громадную скорлупу кокоса. Старость. Трудно стоять на ногах. Надо лечь спать пораньше. Завтра нам предстоит очень долгий путь. Опасный. Простите меня. Да. Они больше не нужны. Понял. Только я знаю дорогу. Больше никто. Они пришли тайно, и у них свои цели. Надо бежать. Ладно. Будь Исяхэ. Толстяка. Давай, беги быстрее. Убегаете, значит. Это некрасиво. А что делать? Вы нам не верите? Ну, поскольку доверия нет, то... Эй, босс Шен, не спешите, я объясню. Мой брат все делает сам. А тут столько людей, он не привык. Чен Юэ. Да, я искал тебя. Ваш катер я упустил, но я просто пошел за вами. Восхищаюсь вами. Ведь этот остров оказался в центре страшного урагана. Но теперь вы мне больше не нужны, ребята.
Ты обманывал нас, Шен! Давай, Чэнь, выкручивайся. Вам нужен остров. Доставлю. Но только затем вы нас всех отпустите. Внимание! Опасность! Идем! Передохнем. На. Прости. Не за что. Я сам решил ехать. Я знаю, ты поехал не ради этих денег. У тебя тоже свои цели. Вперед! Давай! Эй! Осторожно! Что там? Идем, идем! Берегу. Давай, толстяк! Берегись! Шишар, чё вы убийцы? Бежим! Бежим! Давай! Вперед! Бежим! Быстро, Джун! Больше нет? Нет. Все. Ну, тогда идем дальше. Идем. Застряла. Что делать? Держись.
Так. Толстяк! Толстяк! Что делать? Нет, не бойся. Толстяк, спаси! Ладно. Ладно. Ты... Круто было. Ты... Все. Все. Идем. Идем. Да. Чен Юэ! Джун! Джун! Лошадка. У меня была такая. Ее сделал отец. Сделал ее для меня. Мне было 8 лет. Он часто играл со мной. Рассказывал о палеонтологии. Объяснял. Лошади появились 55 миллионов лет назад. Они были размером с лисицу. Произошли от китов и бегемотов. 60 миллионов лет назад общие предки. А у змей были ноги.
Они прошли 100 миллионов лет эволюции. Отец говорил, что люди и животные едины. Все родители любят своих детей. Дети не могут жить без родителей. В детстве я этого не понимала. Поняла только, когда немного подросла. Мне сказали, что он вернется из командировки и сделает лошадку, а потом целый зверинец. Я долго ждала. Но зверинца у меня не было. Я так никогда и не дождалась. Папа, прошу, не уходи, не бросай меня, слышишь? Пойми, я не могу без тебя. Папа! Папа! Я знаю, тебе было трудно. Нет. Папа. Драма воссоединения отца и дочери. Отличный сюжет. Профессор Джун, я Лин Чуань. Толстяк! Осторожно! Осторожно! Сюда! Чуэ! Давай, давай! Трава. Воды. Нет. Писаем. Шестнадцать лет. Я думал, вы погибли, профессор. Вы меня помните? Помогите мне найти яйца. Нет. Нет. Я не знаю, где искать. Помогите мне, а? Мы с вами... работали вместе ради этой находки. Давайте сотрудничать. Найдите их для меня.
Не могу. Не можете? Посмотрите, вон туда. Вам ясно? Отпусти. Отпусти. Папа! Пойти за ним? Иди! Давай. Папа! Беги! Стреляйте! Огонь! Нет! Не стрелять! Назад! Назад! Отходим! Нет! Назад! Все отходим! Назад! Зачем его спасать? Идем! Идем! Может, лучше найти Ченни? Он поможет. Я... Нет. Ты... Спасать! Идем! Папа! Папа!
Мы все еще на острове. Надо выбраться. Пойдем. Пойдем вместе. Папа! Куда теперь идти? В каком направлении? Да, брат Кан, надо идти. Я не хочу умирать. Надо найти босса Шена. Нет! Сам ищи Шена. Я ухожу. Возьми деньги и не выпендривайся. Не выпендриваться, значит? Что? Мне повторить? Вас кормили и платили деньги. Работайте. У нас есть дело. Босс — это босс. А брат — это брат. Целишься в него — значит, в меня. Идем. Я не могу. Устал. Привал. Отдохнем. Где Джун? Не бойся. Они убежали. Идем. Я не могу. Давай. Не могу, я устал. Чэнь, я пойду с вами. У меня корабль. Я дам тебе денег. Сколько? Много. Что ты делаешь? Пойдем. Отстань. Отойдем. Тебе нужны эти деньги, Чэнь. У нас нет судна. Без денег его не купить. Так что бери эти деньги и верни свой долг. Джун на острове. Мы найдем ее. Мы? Она мне никто. Вы знакомы пару дней. Ты хочешь спасти ее, а я должен рисковать жизнью, да? Ладно, не рискуй. Живи как знаешь, понял? Не надо так. Ты ведь уже давно все продумал, Чэнь. О чем ты? Скажи, зачем ты поехал на остров? А? Она похожа на Цан-Цянь, да? Цан-Цянь давно умерла. И она погибла из-за таких, как ты. Повтори. Давай. Ударь меня. Ну что, будешь бить меня из-за девчонки? Ты никогда не любил брата. Я не любил брата? Я хотел, чтобы брат заработал. Не нужны мне такие деньги. Подумай, для кого я это делаю? Отвали от меня! Толстяк! Ты еще слаба. Давай вернемся. Позволь пойти с тобой. Я не хочу расставаться. Thank you.
Цинь-Цянь, я вернулся. Я снова на этом острове нераскрытых тайн. Я скучаю. Думаю о тебе. Тогда я не знал, как мне жить дальше. Я хотел забыть. Убрал фотографию. Не знаю, почему я еще жив. Недавно я встретил девушку. Она похожа на тебя. Может, я получил еще один шанс? Может быть. Я эгоист, да? Может, толстяк прав? Я неисправимый эгоист. Прости. Прости меня. Это не я. Спасите! На помощь! Джун! На помощь! Профессор! Это! Вернуть! Вернуть! Я не отдам! Ты! Отдать! Да! Ты умрешь! Нет. Отдай! Отдай! Нет. Тайна миллионов лет эволюции. Это прорыв в биологии. Грядут великие открытия. Профессор! 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 Меня тогда принудила Гао Дзе. Это ты! Это ты убил мою мать! Яйцо! 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 Лотос! Лотос! Прости. Я врала тебе. Это мой отец. Отдай яйцо. Дай мне яйцо. Отдай! Отдай ему яйцо! Быстрее, Чень!
Бегите! Вперед! Найдите мне яйца. Вперед! Босс! Бежим! Ah!
Сюда! На помощь! Спасите! 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 На помощь! А чё он? Плохая смерть. Чанюэ! Идем скорее! Джун осталась там! Я спасу ее! Ты псих! Иди на корабль! Идешь назад? Ты спятил! Чень! Джун! Чень! Все в порядке? Да! Бежим, бежим! Сюда! Давай, толстяк! Давай! Давай! Джун, на борт. Чень! 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 Идите! Чень! Бегите! Чень! 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 Давай! Чень! Толстяк! Быстрее! Папа! Давай! Что ты делаешь? Прошу тебя. Отдай его. Уведи ее. Папа! Бегите! Бегите! Папа! Папа! Джун! Папа! Бегите! Джун! Бегите же! Джун! Джун, идем! Папа! Папа! Скорее! Бежим! Папа! Давай! Папа! Через 35 дней.
Ну вот, Чэнь Юэ. Приплыли. Я правда похожа на нее. Раньше я так думал. Но кажется, нет. Ты другая. Что ж, наверное, это хорошо. Эрик! Толстяк! Как ты сказал? Старик, ты вернулся! Ты нашел нам здоровенного змея! Исчезни! Ладно! В главных ролях Ван Чжао, Ма Цэн Цэнь и Ван Ебинь. Режиссер Ван Цин. Автор сценария Джан Линь. Продюсер Ван Ебинь.